Сегодня день строителя. Работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником поздравляет глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. В Карачаево Черкесии за последние 10 лет мы наблюдаем настоящий прорыв в отрасли строительства. Это десятки, даже сотни введенных в эксплуатацию зданий абсолютно во всех сферах, к примеру, в 2022 году был построен, реконструирован и благоустроен 191 объект. Также в минувшем году мы поставили новый региональный рекорд ввода жилья. Для республики это рекордные показатели на сегодняшний день. В строительной отрасли в рейтинге субъектов России по итогам 2022 года Карачаева-Черкесия вошла в число лидирующих субъектов, заняв четвертое место. Эти показатели в первую очередь заслуга наших трудолюбивых строителей, которые вкладывают частичку своего сердца в профессию.